ばにいたい。君の息遣いを感じるほど、この世界が二人だけのものなら叶うのかな。分かり合いたい。なぜ触れるたびに痛む指先。何のために僕ら大人になったんだろう。過ぎ去った日々にどんな価値があろうとも、時が戻らないなら明日を変えるしかないだろう。解き放って今すべて、悲しみも偽りも。 I paid to be a new day、yeah、ただ君を守りたい。かけ違えたボタンを引きちぎる微光さえ二重金世間。抱きしめる Because I need your love again。 Эй, приветствую тебя, любитель мехов, гигантских роботов и их эпичных атласных противостояний. Сегодня мы с тобой сыграем в игру по вселенной Гандам, невероятно популярная вселенная в Японии, аниме, манга, значит, комикс, может быть, даже в Америке кто-нибудь были, кто знает. И сегодня мы познакомимся именно с игрой Gundam Assault Survive. Возможно, в твоем сердечке вместе со мной сегодня станет чуточку теплее. Игра для японского рынка. Поэтому, собственно, все у нас будет на японском. Мы создаем персонажа. А не будем играть за каких-то именно вот, скажем так, каноничных героев любых аниме серий, потому что аниме серии по этому Гандаму великое множество. Он просто мега популярен в Японии. Так-то были опции. VS Battle Shop, ситуация, Pilot Edit Network. Что значит ситуация? Это, видимо, какая-то некая инфосправка. Давайте Versus Battle. А вот и, собственно... Да, стиками здесь нельзя управлять. Ах ты, падла! Охренеть! Какая-то глиста просто меня вынесла на раз-два. Господи, ему отрывают яйца прямо в доспехе. Что происходит? Кто вообще сделал эту адскую игру? Я не могу.
Они у них получились патроны. Ну давай, говно. О нет, только не это. Хрень. Чё происходит? Это как какой-то, не знаю, мультиплеерный матч. Так, это щит, окей. Враг где-то рядом со мной, да, бегает. Я хз вообще, и эти мои враги, и те мои враги. Цена. Закинешься картоплей, нормально будет. Ну что, поджопники, нравится тебе, робот? А теперь везде достану гниль. Патрончики-то могут перезагружать. Сюда сусать! Ладно, что-то не сосется, походу, да? Что происходит? Battle End. Эй! 19600G. 1P, 3P, 4P, 2P. Я так понял, я первое место занял вроде бы как. Опять они хотят, чтобы я VS Battle начал. Но я бы зашел сюда, посмотрел. Что-то у вас есть. Нифига себе цены. Не для бедных, конечно. Да и все по-японски, не то, что ни хрена еще и непонятно заодно. Во! Вот это мой конек. Покупаем. Хрен знает, что это, ну, возьмем. Это вообще пусто. Так, а тут было вот... За 17 косых, блин, хотя за 19 накопить, купить. Неизвестно что, неизвестно как это использовать. Пилот едет. Куда у нас едет пилот? То бишь, у меня 2, 1 нет. Вот почему два постоянно мне писали. АС. Удалить, отказаться от пилота или что? Да, реально, я нового типа теперь буду создавать. Могу с... женщина с помадой. Белобрысая. Взгляд у нее, конечно, наглости. Серьезно, просто новый перс. Вот так вот. Хоть я и... Да вашу мать. Хоть я и создал. Че, издеваетесь? Ну, давайте негра. Да, красноволосого. Это классно смотрится. Да, вы просто направлены на нет. И теперь что? А, я его пере... Да, я его пересоздал, даже вот эти вот показатели исчезли. Типа того боя теперь, получается, у меня и не было. Ну, охренеть. Чё нетворк у нас? А, понял. Канал Automatic. Да, не-не-не, все. Спасибо. От СБД надо. Ну, в общем, друзья... Я так... Да. Ошибка. Бывает, бывает. Да нормально, что-то. Нет, что-то очень соединение подшалит. Причем, друзья, в целом, это просто файты на аренах, причем командные.
Компьютер, компьютер. В которых, я так понимаю, мы побеждаем, либо набирая очки, либо еще что-то делая. Охренеть, опасный урод попался раз. В этот раз меня вынесут. Ну забавно. Да. Заранее предзаписаны какие-то фразы. Так, ну, пока оно зеленое, я в него даже не попаду. При всем желании. А если вот много раз нажимать, то, кстати, быстрее двигаюсь. А вот сейчас, кстати, спину, да? Урод. Че он сделал? Попался, гниль. Тут, кстати, очень медленное переключение между оружкой. И меня при этом. Еще пока не завалили. Оказывается, я могу надувных, ага, понял, двойников поставить. Он по мне попал, а я по нему нет. Приятная логика. А, все, эту машину все-таки уничтожили. Пошел сраку, брат. Да иди в задницу, я тебя накажу. Да, в этот раз я четвертый по дамагу. Понял. Ну, кстати. В шопе теперь можешь что-то закупить. Ну, знаете, в целом игра выглядит какой-то совсем недорогой. Я вот играл Гандамы тоже уже, и там были прям прикольные и тактики были, и экшеновые, именно как вот это были поинтересней. Поэтому это какая-то совсем нишевая, типа, так понимаю, расчет, опять же, был больше на мультиплеер, а вне мультиплеера, ну, эта игра... Ну, в принципе, она и по боевке очень медленная. Тут очень медленно меняется оружие. Возможно, опять же, что не удивительно, скорее всего, нужно детали докупать, все это менять, делать свою машину быстрее. Короче говоря, расчет такой на игру в долгую идет. Поэтому рейтинг интереса данной игре я поставлю 0,5 баллов. За то, что в целом она работает. Но я как не поклонник не могу оценить ее, как просто игрок, поиграв в нее, я совершенно бы к ней возвращаться точно бы не хотел, будь даже она полностью там на русском языке. Так что вот, друзья, в принципе, из Гандамов советую вам попробовать другие игры. Вдруг, если вы поклонник этой серии, на канале, опять же, можете поискать, спокойно найдете. Всем счастья, здоровья, любите себя, любите своих близких, постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас. И в конце каждого видео я даю мини-задание, которое можете выполнить каждый завтра, друзья, когда вы проснетесь. Обязательно улыбнетесь. Лучший вариант начинать свой день.
Просто подумайте о том, что вы, в принципе, здоровый человек, и проблем у вас никаких не будет в этот день. И до новых встреч, играть в хорошие игры. Шумих, мы обязательно в следующий раз и увидимся.